аутист — это человек больной. Это человек, который вот сидит так, просто он, знаешь, инвалид. У него, понимаешь, бывают разные инвалиды. Вот он сидит, знаешь, короче, у него внутренний мир, он раскрыт, но он не реагирует внешне, он пытается к нему закрыться. Ты же, ты же, ну, короче, в этом мире взаимодействуешь, ты же идешь, кушаешь там, пьешь.